Так, всем привет, друзья. 31 октября 2019 года. Идем на съемочную площадку. Мы с друзьями идем сниматься в кино. Что за кино? Сейчас выясним на месте. Вон они снимаются. Ну, друзья, давайте быстрее уже. Ну что ж, что ж вы это опаздываете? Давайте идем, ждем же вас. Вся съемочная площадка только нас и ждет. Поэтому... Кого? Да будет. Где-то тут есть. Так, где ты, туалеты? Да, это еще такая божеская. Да. Идем. Я вижу других актеров, гражданин начальник и все остальные, и вся его банда. Так, ну что, все готовы? Чаю все попили? Чайку, кофейку? Все успели? А что это за издание? Красные гланды? Насчет гланды. Издание, YouTube канал. YouTube. На YouTube кто хочет передать привет, тот пожалуйста. Кому? Кто еще не замерз? Советский корабль. Здрасте. Эфир, да, правильно, надо что-то. Слышу голос из прекрасного далека. Смена началась. Сейчас тут кипиш такой, люди вон уже звонят. Исторически достоверный персонаж. Давайте вы втроем со мной сейчас пойдете. Когда я говорю, вы со мной идете, хорошо? Новички со мной. Ну так, друзья, нас не выбрали, мы остаемся здесь. Что это значит? Это значит, мы круче. 600 рублей на халяву это значит. Не, мы круче, нас просто вызовут на более крутые роли. То массовочка просто так идет, а мы уже, может быть, пройдем на другие роли. Более интересные, более денежные, более известные роли. Ну, скучно тут. Конечно, там побольше массовки, там поинтереснее. Тут-то как-то... Вот. Что с вами? Вы какие-то ребята скучные, поэтому... Просто Гамлеты хотим играть. Ага. Ну, тут кино, тут другая тема. То есть, имеем то, что имеем. Блокбастер. Если где-то секундочку засветимся на этом фильме, то будет круто. Вот, если секунду промелькнем, если не вырежут. Вот каждый раз, куда не приедут, каждый раз. Холодно всегда, да? О, на скифах возили в золотую. О, да, на скифе это... там вообще было, там ветрюган такой был. Капает, еще в такую погоду. Да, там ветер, фух, там северо-восток. Полтора рубля день, ну день ты имеешь в виду? Ну, было там по-разному, кто кому как. Ну, допустим... Минималка там полтора. Ну, массовочка подешевле там была. Тяжело. Я там и меньше. Массовка полтора там. Да? Да, мы там просто стояли. Ты же полежишь вниз. А, да есть у меня твои фотки даже. Есть, да. В этом ВКонтакте есть, короче. Помню, ты в рыцарем был, да, таким? Ну, да. Что-то такое. А, вы со мной? Ребята, меня не выбрали, потому что меня ждет круче роль.
По-любому. Скажу, сам себя просто снимаю. Да, да, да. Это уже крутая роль, то, что я сам себя снимаю. Вот, поэтому меня не выбрали. И это говорит о том, что меня выберут на другую, более дорогую и более высокооплачиваемую, скорее всего, в евро или в долларах будет у меня оплата этого фильма. Так что, ребята, подписываемся на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Вот. Кому понравился вот этот Крымский мост, сразу ставьте лайк. Чисто за Крымский мост. Не мне, а именно Крымскому мосту. Вот. Кому понравился гражданин начальник. А, давайте вот, кому не понравился гражданин начальник. Короче, ставим дизлайк. Ну и комментируем, конечно. Я надеюсь, гражданин начальник не обижается на меня, потому что он в образе, я в образе. Вот, и за мной, я так понимаю, уже идут. Вот этот человек в черном. Я сейчас сделаю вид, как будто ничего не происходит вообще. Вот, как будто ничего такого. Вот, вот он идет. Вот, вот, вот. Хорошо. Все. Меня выбрали, ребята. Я иду. Так что до следующих включений. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь и комментируйте.